Hey guys, с вами Шимки, мы сразу продолжаем. И да, мне почему-то вообще ни хера не дали за то, что я вышку активировал. Мы летим вон туда. Вы ее видите, да? Вон, смотрите. Вон она, еле видна. И она тоже на горе, значит, нам нужно будет через море пролететь. Да, мы пролетим море по-быстрому. Надеюсь, мне хватит. Я буду это очень сильно надеяться на то, что мне хватит дальности полета. Нет, мне кажется, сейчас залетим в город. Если я в деревья не врежусь. Что это такое? Что это такое? Из-за чего? Они что, все не умеют на машинах ездить, как я? Я не понимаю. Но один постоянно остается. Бум! И этот останется в живых, по сути. А нет. Окей. Они какие-то глупые. А, точно. Пауза, сброс, старт. Да. Забыл опять запустить этот таймер. Таймер. И у нас остается еще две вышки. Музыки вообще никакой. Окей. О, доллар, куклы. Вас тут двое, да, ребят? Это не продлится вечно. Наслаждайся, пока можешь. Я не буду скучать по работе с тобой. Но этот сразу начнет отвлекаться, а этот нет. Все. Я сейчас должен... Апнулся, все, да, все правильно. Как забраться отсюда? Давайте здесь, короче, по травке пойдем. Да, здесь уже пошла немножко неровная территория. Ну, камни. Здесь какие-то провалины такие треугольные. Машину можно остановить, или они начнут меня посекать. Главное, чтобы они меня не забивали. Аванпост сразу рядышком. Так, все, мы добежали до нашего места. Буквально заняло минуту 50. Ну, еще не минут, конечно, 50. Минуту 20. Но скорее минуту 50 из-за того, что я ж поздно начал таймер подрубать. Так, у нас еще есть броня, у нас есть прокачка, у нас есть 2 очка опыта, кажется. 2, кажется. А, здесь... Лезем. Вверх пока нам дозволено. Балка. Тихо, не падаем. О, бронежилет. Бронежилет, это нуис. Так. О, тихо. Оп. Готово. Это было шустро. Так, ну мы на возвышенности, значит, нам придется лететь сейчас, как обычно. Ну, у нас сейчас такая возможность из-за того, что у нас крылья. Ну да, мини-городки, мне это не важно. Аванпост пиратов с желтым флагом. Шахта. Какая-то шахта. Так, что здесь у нас? Получено. И последний аванпостик у нас находится. Где здесь? Полетели. Потом я телепортнусь. О, да, он. А, он на той стороне горы, ё-моё. Ладно, поехали. Сразу буду менять. Не понял, из-за чего это он сразу начал у меня. Почему он так резко падать начал? Типа ветра не хватило или что? Пипец его колбасит. Да не, ветер тут херячит еще как. Тихо.
Главное не опоздать с нажатием. Угу. Так, хорошо. Ну, уже осталось 300 метров. Меньше 300. Так, ребят, почему они такие тупые? Почему вот они не останавливаются машинами? Как поживаешь? О, у меня регенерация пошла, это хорошо. И быстро пошла. Да, мы сейчас быстро где-то за минуток 7-8. А, если, конечно, я сейчас на Динго не нарвусь. Захватим эту вышечку. И все, в основном у нас будет все открыто. Мы получим с вами халявный предмет, который будет стоить около 5 или 6к. Да? Нужно сейчас будет, когда я залезу уже до конца, посмотреть сначала, сколько это будет стоить. Ну, не стоить, а что я получу. А потом я активирую. Прикиду, сейчас все орудия такие, бац, бесплатные, которые вообще в игре есть. Хотя это маловероятно. Вау, тихо. Фу, у меня аж молния ударила в руки. Испугался, испугался. Неожиданно такой резкий. Где? Где был? Так, так, так. Ага. Вверх. Вот здесь он мог бы упасть. Веревочки. Ладно. Ладно. Оп, готово. Тихо, тихо, нет. Давай. Как мне забраться? Сложно. Оп. С этой стороны. Готово. Так. Сюда и сюда. И можно спокойно залазить наверх, да? Нет, еще два раза прыгнуть. Один раз даже. Два раза. Раз. Два. И все, мы сверху и... Сейчас я сначала посмотрю по статистике, что я могу получить за это. И активируем. Так, путеводитель, да? Да, путеводитель, то есть... Так, вышки, где они? Радиовышка, беленькая. Что у нас беленькая? Любимое оружие. Да-да-да-да. И... Покажите мне эту красунечку. Что у меня будет? Главное, чтобы действительно было что-то ценное. Дерьмо. Это какое-то... тренировочное поле. Фигня. Свалка обычная. И показывайте. Бушмен. Все радиовышки открыты. Ладно, полетели, короче, на наше место. Как я и говорил, я сначала поставлю все орудия, которые у меня есть, возьму их в руки, чтобы они были у меня как бы активны. Тихо. Так, я не понял. Так, вот это вот херово. Значит, нам нужно с аванпоста какого-то читать. Аванпост нужно еще захватить. Ладно, тогда пойдем сразу в сюжетную миссию, не будем тянуть. Это конопля, да? Да, это конопля, вы, так сказать, кустики. Их много. Много тут этих кустиков. Что, погнали? Пираты напали на плантации Хойта и заминировали поля. Нужно обезвредить мины. Ладно. Блицкриг! Серьезно? Так, а что я буду дефьюзить? Можно? Пожалуйста. Хотя бы что-то. Не, ну конечно их... А, хотя их могу расстрелять. А, так пираты вас и нападают на плантации. Ну, погнали.
здесь был бой. Я. Хойт пошлет своих псов убрать тела. Класс. Я вожу мину! Прикрой! А, я понял, о чем ты. Так это, блядь, бомба, это уже не мины. Не, это было читерское, знаешь? Эй-эй-эй! Тушись, тушись, тушись! Это нормально? Ой, ты там горишь как бы, нет? Пст. Мы почти Хойта потеряли. Эгэ, мы почти потеряли Хойта. Из-за чего? Из-за того, что он чуть не сгорел. Не моя вина. Главное, чтобы у него хп восстанавливались. Хойт, у тебя хп восстанавливается, надеюсь? Тут горит, пожалуйста, не идите через огонь. Ты ж не суицидник. Эй, слушай, я могу загореться. Молодец. Эй, с тобой все в порядке? Ладно, давай пока возьму патроны, да? Так значит они тут. Время против нас. А у меня все здесь это. Поняли? Это вроде. Тебе крыша. Еще одна. Слышь, защищать бомбу ты. Здесь по лестнице, на крышу. Окей. А если молотов залетит, ты же понимаешь, дом начнет опять гореть. И кто пострадает, правильно, ты. Готовься. Это что было? Спасибо, я не попадаю. Ладно, просто в укрытие посижу, почему бы и нет. О, а чё эти... Что тебе дамажит, слышь? А, это мина, тю? Еще немножко. Тебе крышка. Да, я думал, это твое хп. Чел. Это мина. Уничтожь эти джипы. На. Тихо, хп. Хп у меня, оказывается, все восстанавливает. Ставь лайк, да, правильно он сказал. Ставьте лайк. Ой, блядь, бля, горят. Тихо, тихо. Да, брось ты его. Времени мало. Надо идти. Давай, пошли. Идешь? Пошли, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Все, горит, к чертям. Показалось? Тихо. Ага, то, все, можем уйти. Пошли. Ты хочешь посмотреть, как все горит? Ай, чего мы ждем? Пошли, вон, свободно, идем, побежали. Или куда твой путь держал? Только не говори, что ты застрял, пожалуйста. Да, это все-таки конопля была. Да побежали, ты надоел. Я не хочу из-за тебя миссию прерывать. Кайса, мало времени. Кайса мало времени и стоит. И он стоит. Пошли! Блять, у меня уже начинает гореть от этой миссии. Что ты хочешь? Что такое? Все, побежали? Неужели он побежал? Какой же ты тупой, блять. Да, мало вообще даются врагов. Нужно будет прокачать.
кого ты скрываешься? Скажи, от кого? От кого? Снайперы? Хорошо, пошли, я их убью. Пошли. Где? Давай, пошли. Сэм. Да, это Джейсон. Здесь. Это последняя мина. Это типа от света, да, такого? Становись вон к тому орудию. Мне так спокойнее будет. Я. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И мне спокойнее так стрелять. Только я не вижу ни хера, но враги зато видят меня. Так, тихо. Теплица ты. Воу! Ты выиграл, молодец. Все, уходим отсюда. Вот черт. Чем? Ладно. Ладно, не суть. Готово. Все? Великолепно. Я скажу Хойту, что ты работал со мной. Под маслом босса, я? Но у меня нет списка. Я. О списке. Меня осенило, где он может быть. В заброшенном поселке в ущелье. Ладно, проверю. Не забудь заснять виновников. Фоткать. А, фоткаем. Так, в принципе, в пасти врага. У нас есть время 14 минут, я думаю, должно хватить, чтобы пройти еще одну. Ну-ка, я не против. Только главное, чтобы на 40 минут это не затянулось. Потому что это будет... А прерывать миссию в каком-то промежутке тоже как бы не очень. Блин, мне бы магазин. Да, мне бы магазинчик. И броню бы купить. Броня бы тоже не помешала. Ой, давайте лучше аванпост захвачу, слушайте. Там как раз и орудие есть. Прочитаем. Ладно, в следующей серии будет у нас с вами сюжетная. Ага. Проезжайте, пожалуйста, только туда не заезжайте, хорошо. Я сначала должен обсмотреть все это место. Из безопасного мне. Ох, если она мне изменяет. Огнеметчик херов. Два огнеметчика. А, с этой стороны на что? Так, где-то еще снайпера я только что видел. Короче, поехали, да? Или нет? Вот черт. И хер знает, потому что вызову тревогу, это GG будет. Он еще один. Можно пойти сразу его грохнуть. Ай-яй-яй. А, их там даже двое. Так, парень, нужно с тобой как-то разобраться, но у него шлем.
Так, без шума. Так, я одного убил, все, готово. Теперь мне нужно убить этого. Ага, все, он меня видит. А все нету? Они есть. Тихо, тихо, тихо. Тихо. На этом острове хотя бы гребаных динозавров нет. К чему это было? Так. Они что, сюда поворачивают? Фух, нет. Не-не-не-не, тихо-тихо. Вон едут. Придурки. Так, теперь убью вот этого нижнего. И останутся только те двое. Да? Да. И тех двоих можно будет тоже снять очень сейчас. Спустись, спустись. Они все мертвы. Спускайся. Спустись. И ты мертв. Все, мы захватили нашу территорию. И пошел дождик. Не обнаружено освобождение аванпоста 1500 халявник. Почти ап. Нужно одного будет только прикончить и все. А, я сейчас получу за карточку. Бип-бип. Карта LSD-25. Новое дарование. Так, новое дарование, приобретенное в Камбодже, уже начинает окупаться. У них имеется подходящееся оборудование и технологии, изготовленные СДС из исходных материалов, таких как спорынья и лизергинированная кислота, а также система сбыта таблеток по почте. Тем не менее, это убыточное предприятие, так как рынок относительно невелик. С другой стороны, мы будем готовы в том случае, если препарат переживает всплеск популярности. Так, это он. Хорошо. Теперь у нас орудие. Сейчас будут дохера орудий. АСЦ, да? Вот этот у нас. Хорошо. Не стоять. Экипировать. Назад. Экипировать. АВП. Скрис я читал. Дробовик. Спас экипировать. Поставить. Штурмовые винтовки. МС. Мы читали. Это читали. Экипировать. Дробовик, штурмовую винтовку. Ладно, я это тоже поставлю, то мало ли, экипировать, пистолет.
Поехали. Раз, два, три, четыре. Так, снайперские винтовки. Экипировать, экипировать. Пулемет. Экипировать, экипировать. Из пистолетов. Экипировать, экипировать. Пистолеты, пулеметы. Это я все только что посмотрел. Ну ладно, Крис пускай будет поставить. Пулеметы все было. ГМчик. Я тоже читал. Так, это было. Расходный материал. А, не 200 стоит, нихера себе. Так, карты. Вот карты я куплю одну. За эту цену и одну за 500. Так, следующее. Любимое орудие. Ух, нихера себе. А это очень хорошее, слушайте. Автомат с глушителем. Это очень хорошо подойдет мне для места АК. А ну-ка, точность. Так, темп. Точность, урон, дальность. Мобильность. Штурмовые винтовки. Да, не, у меня будет ну, та штука получше. Короче, собираем деньги и покупаем ту херовинку вместо АК. А сейчас у нас что? О, это Desert Eagle? Похоже на Дигл. Ладно, погнали. АЦЕ. АЦЕ — штурмовая винтовка из израильского производства, которую многие описывают как улучшенный АК-47 в народе. Говорят, если хочешь убить человека или выслушать очередную народную мудрость за тарелкой кугеля, обращайтесь, нужно к евреям. Когда новейшие модели АЦЕ поступили в производство, местный полевой командир подмазал кое-кого, чтобы чтобы небольшая партия попала прямиком на остров. Так. Бизон. БЗ-19. Если подрихтовать напильником АК-47, укоротить его и приделаешь шнековый магазин большой емкости, то получится автомат БЗ-19. Конечно, процесс может быть и более сложным. Как минимум, нужно ее заменить в маркировке А и К на Б и З. Но в результате получится оружие в магазине, которое вместится 67 патронов калибра 9 мм. Д-50. Этот пистолет более прославленный Голливудом. На остров он попал в контейнере с пиратскими дисками. Если говорить о больших пистолетах, то немногие из этих способов сравнится с этим монстром. Его мощные патроны калибра 50 АЕ вполне способны впалить животное. Свалить животное, человека и даже медоеда. Почти все Д-50 на острове были привезены сюда наемниками. Так, МКГ. Это бельгальский ручной пулемет, используется армией США. После выхода войска из Ирака американские военные отправили все не подлежащие восстановлению МКГ на утилизацию на свалке. Разумеется, некоторые предприятия, владельцы свалок, перепродали их торговцам оружия, которые привели пулеметы в рабочее состояние. Спонсор этого сообщения – программа утилизации оружия на черном рынке. И еще, да, у нас одно, кажется. СПАС-12 – это полуавтоматический дробовик итальянского производства. Один из немногих видов оружия, который попал на остров совершенно законным образом. СПАС-12 используется частным хранилищем фирмами, охранными фирмами, нанятыми горнодобывающие корпорации, организованной добычей полезных ископаемых в 1980-х, когда компания вылетела в трубу, оказалась дешевле остальных орудий на острове.
чем вывозили его... А, чем вывозить его обратно. Все. Да? Да. Так, по оружию, стопэ. А, путеводитель. Орудие 38, значит, еще 5 раритетных орудий. А ну-ка, раз. А не, любимое орудие, это вообще другое, да? Раз, два. Два только. Подожди, не. Это достижение? Любимое оружие? Не понял. Раз. Два. Три. Фью. Только, тут только три. Раз, два. Даже только два. Окей, странно. Так, ладно, вернем все орудие, которое у меня было. Пистолет. Ладно. Автоматы. Это не то. Пули, дробовики. Тоже не то. Штурмовые винтовки. Вот так экипировать. А на единичку у меня была снайперка. Так, тогда это холодное орудие. Любимое орудие. Экипировать на 4. Дробовик экипировать на 3. А вот снайперка, где она? Где моя любимая снайперка? Снайперская винтовка, вот она. Хищник. Экипируем на 1. Все, ладно, давайте на этом тогда закончим. В следующей серии мы с вами продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.